Привет всем! Сегодня будем делать мой отпугиватель для кротов. Нам понадобится банка, на каждой помойке валяется молоток, ну и ножик. Нам надо вырезать вот здесь вот верхнюю часть банки. Вырезается очень легко, если хороший ножик особенно. Берем молоток, и нам выпрямить надо дно. Все, дно у нас полукруглое. Ребят, нам понадобится прутик. Вот я его забью, у меня глина здесь. И банку мы вешаем вот таким образом. И сейчас будет ветерком постукивать. Так что, ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!